Получить до 50 тысяч на свой счет легально за пару простых действий. Всем привет, с вами канал Интернет Платит, и в этом видео мы поговорим о том, как получить до 50 тысяч, просто выполнив пару простых действий. Если у вас еще нет дебетовой карточки Тинькова, то можете заказать по моей ссылке в описании, и вам, соответственно, с этого придет 1000 рублей. И после того, как вы активируете, начнете пользоваться картой, тратить деньги, вам, соответственно, вернется на карту 1000 рублей. Вы можете также оформить симку от Тиньков и получить за нее 500 рублей, но нас, конечно же, больше интересует Тиньков Инвестиций, то есть, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, то Получить акции до 100 тысяч рублей. Ну и я, соответственно, тоже получу какую-то акцию. То есть оба участника получают по акции до 100 тысяч рублей. Можете как-то скооперироваться со своим знакомым, у которого тоже есть карточка тейков, и, соответственно, вам обоим придет акция до 100 тысяч рублей. Либо просто можете заказать по моей ссылке, не париться, и также вот получить акцию до 100 тысяч рублей. Все это, конечно, лучше делать уже после того, как у вас есть карточка тейкова. Просто, ну, намного проще будет переводить все с этой карты и заходить через инвестиции. В общем, лучше для начала оформите именно карточку Тиньков, потом уже залазить в Тиньков инвестиции. Так, ну и давайте, конечно же, покажу, что мне, собственно, подарили, когда я зарегистрировался по ссылке своего друга. И вот мы, собственно, видим три подарочных акции. То есть вот мне подарили, получается, Positive Technology на пятнашку вот от Газпрома на 1000 рублей. И вот это видео тоже на 1000 рублей мне насыпало. Это подарочные акции, которые я, соответственно, потом смогу продать. Но для того, чтобы их продать, необходимо, конечно, пополнить балансов баланс в Инвестиции и приобрести себе несколько акций. но ну, лучше приобретать какие там ОФЗшки, либо что-то по типу такого, что, ну, не особо просядет в цене. Соответственно, сохраняйте свой портфель в течение месяца, чтобы он у вас не упал, и потом просто вот продаете все эти акции. То есть это делается все элементарно просто. На Ютубе очень полно различных уроков, какие именно акции стоит покупать, чтобы оно у вас не упало хотя бы в течение месяца. И потом, конечно, в первую очередь продаете подарочные акции, а потом можете либо это все оставить на инвестирование, либо так продать все свои акции и просто вывести все денежки все на баланс ну и также если вы проходите различные уроки приложения тинькофф инвестиции вам тоже соответственно дарят различные акции вот такой вот довольно быстрый способ золотать неплохую сумму от тинькофф просто выполнив там элементарные действия все полезные ссылки я как всегда оставлю в описании а если понравился ролик подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх всем пока